Всем привет, ребята. И сейчас я еду в школу, мне это стихо, потому что уже 12:26, а нам в школе надо будет в час, но всегда так рано выхожу. Даже так, что даже не достал еще снег. Все равно холодно, ластенько. И сегодня днем, не днем, вечером больше, наверное, вечером. Где-то в 7 или в 6 часов, наверное, в 6:30. Будет у меня прямая трансляция в Unicorn Leaf. Приходи, там мы... это приложение очень даже популярное. Если ты хочешь в лайки снимать трансляцию, тебе нет к этому доступ, то ты можешь просто закачать это приложение, и у тебя будет с твоего телефона в этом приложении в Unicorn качаться бесплатно, это качаться бобы и отправляться на лайк. Хотя на лайке будет много. Немного айков. Вот. Если кто-то не знал, вот его маленькая такая лайфхак. Помнишь, мы неделю назад что выбирали? Вот. И у меня уже где-то 500 бобов. И алмазиков. Алмазиков 400. Ребята, вы спрашиваете, почему я иду и молчу? Вы спросите, потому что здесь люди, я хочу поговорить. И вот. А я только бутыком занимаюсь. И вот, ребят. Очень хорошее положение. Ты бесплатно, у тебя даже оно сам телефон перекачается. Только... Если ты видишь, что Unicorn Leaf ты не можешь, ты делать, ты можешь снимать видосики, фоткать, репостик делать, но ты не можешь. Сейчас скажу. Но ты не можешь там. Ну ты не можешь там, как у тебя ник в лайке, так и ты можешь. Ну не, это когда автобус вот так. Unicorn Leaf сделать. Тебе скажут, этот ник уже был, и тебе нужно будет принять свой. Я зарегистрирована в лайке под ником Вика, нижнее подчеркивание Unicorn. И также и в Unicorn Leaf. Там не забита Вика Unicorn. Не только у меня, да, Дианата, только у меня еще смайлик алмазик. Ну, ребят, нам надо уже будет прощаться, потому что я уже дошла до школы. И после школы такая же тоже будет такая биография, только уже как я буду показывать, как я иду. Всем пока!